Мы всегда помогали своим союзникам. Казахам помогали. Да всем. Рынок вы некоторым открыли. Не буду их называть, они обижаются. Ну так нам надо как-то собраться в ОДКБ. Нам надо в Евразес собраться. Сплотиться вместе. Ведь все говорили о том, что нам надо вместе быть. Ну так давайте соберем. И поверьте, еще добавив эти рынки, мы через месяц забудем, что у нас есть санкции. Поэтому ОДКБ и Евразес, вот я вношу предложение, я же имею право внести предложение. Я думаю, вы меня поддержите. Нам надо собраться в Москве за столом, сесть за стол переговоров, договориться. Мы вам это продаем, вы нам это, и выстраиваем нашу общую экономическую политику. Поэтому я сегодня в Москву приехал с нормальным настроением, уверенным в том, что мы лучше сделаем, чем у нас всегда было после распада Советского Союза и даже в Советском Союзе.